Здравствуйте, моя большая дружная семья. И как всегда, с вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. В данном ролике вы увидите выписку Вени. Веню я в субботу ездила на такси, забрала Венечку домой. Его стабилизировали. Хвостик у Венечки все-таки оказался живой. Венечка наш останется со своим хвостиком. Сейчас мы лечим инфекцию мочевыводящих путей. 10 дней у нас сейчас курс лечения. Через 10 дней мы едем повторно сдавать посев. И после посева, если с мочеполовой системой, с выделительной все будет хорошо, то Венечку будем кастрировать. Врач-стоматолог при осмотре поставил Венечке возраст 5 лет. Когда мы ждали реабилитолога, мы познакомились с парнем-инвалидом Мухтаром, колясочником. И мальчика приехала семья из Подмосковья забирать домой. Это прям вот до слез меня растрогало. Я сказала: «Господи, неужели в России есть еще люди, которые берут на себя такую ответственность?» Взять собаку-инвалида — это прям было счастье. Мы выписывались с Веней и познакомились с Мухтаром, который ехал в семью. И знаете, где-то подсознательно я подумала: «Господи, значит, и Вене должно повезти». Но почему-то я так надеюсь, что Веня уедет именно в семью. И о Кире. Что хочу сказать о Кире? Кира – наш ребенок, наш золотой ребенок. Вчера была отправлена в Волгоградскую область к подписчице Надежде в семью. Кира уже в семье, Киру любят. Кира будет третьей собачкой, третьим ребенком в семье у Нади. Надя, спасибо вам огромное, искреннее спасибо. Хочу сказать спасибо большое вам всем-всем-всем, мои добрые, уважаемые, любимые подписчики, моя большая дружная семья. Кирочке купила подарочки от нас, от всех, от вас, от всех. Комбинезончик, мисочки, паспорта. Все передала с ребенком, с этим солнечным. Большое спасибо Наталье. И хочу сказать большое спасибо Марианне и Елене Порошиной за то, что оплатили такси в сумме 15 тысяч рублей. Надежда, еще раз большое вам искреннее спасибо. Диночка, вам спасибо за клепочку. Надеюсь, что он тоже скоро к вам приедет. Ну, а сейчас еще хочу сказать, что нам Венечке срочно-срочно нужно купить противопролежневый матрас. Это прям вот обязательное условие. Очень много уходит расходных тряпок, пеленок, чтобы не образовалось пролежней. Нам врач-реабилитолог посоветовал купить противопролежневый матрас обязательно. Вот сейчас я стараюсь найти на Авито где-то, может быть, бэушный какой-то. Ну и, конечно, впереди нас ждет коляска. Замеры нам сделали. А сейчас буду заказывать коляску для Вени. Ну и, как всегда, мы ждем любую вашу помощь. Любой ваш рубль. 10 рублей. Сейчас я опять надолго без машины. Поэтому сейчас поездки на такси. Но без поездок никак. Детей надо до конца лечить. И поэтому, как всегда, рассчитываем только на вас, на вашу помощь, на ваше сострадание. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.